Манштейн со своими войсками должен был сделать коридор для вывода из Будапешта окруженных войск. И окруженные войска тоже были готовы в определенное время наступать. То есть мы оказались в зоне, где должны были прорывать немцы извне и изнутри. Это была мясорубка самая настоящая. Мы направили минометы удерживать с фронта. А когда мы отбили атаки эти, изнутри начали наступать. Приходилось разворачивать минометы на 180 градусов. Меня сразу поставили заряжающим, потому что минометчик, который заряжает, бросает мину в ствол, он после выстрела отворачивается. Мне не надо было поворачиваться. Я только увидел огонек и следующий мину. Увидел огонек, выстрел, следующий. И если там в среднем 15 мин вешали в воздух, я вешал 17 мин. Группировка была уничтожена и частично пленена. И Будапешт был взят. И мы после Будапешта, после очень серьезных боев, где против нас участвовало с внешней стороны до 12 немецких дивизий танковых. Но, несмотря на это, мы продвигались с боями вперед в сторону Вены.